Как дела, Воробыч? А все нормально, занимались там разными делами, отпраздновали 5 лет, сыграли 5 спектаклей в один день, получили рекорд Украины, так мелочами занимались. Кого будем благодарить? Да никого еще, в Америку поедем в гастроли, да, это Арсений, спасибо. Делаем флешмоб в честь Кузьмы Скрябина, 20 концертов в день будет у нас живут, все в порядке. Благодарить кого будем? А, давай поблагодарим. За полгода-то накопилось, да? Ничего лично. Хочу сказать маленькое спасибо еврейскому культурному центру «Бейт Грант». Это должен был ты благодарить. Плюс среднюю благодарность хочется отблагодарить Олю, Максима Журавля, Сашу Тасаню, контрабасистов с Одессы. И поехали. Как репетировали? Харьковская служба такси 30-40 шара. Подожди, где? Вот, 30-40 набирает такси шара, замовляет. Ага. Как песня, поехали. Что я должен петь? Спеть. Раз, поехали. Два, три. 30-40 набирай, такси шара замовляй. Е мобильный. Е такси. Молодец, пятерка. Оу. И напоследок. Группы Тикту, Курганный агрегат, Хаммерман, Знищие вирусы. Это те группы, которые не выступали у вас на квартале. Задумайся. Слава Богу. И самое главное, нашим родителям и нужно, чтобы провели в деревню Старица газ. Волчанский район, пожалуйста. Ребят, все проведем, все. Как только вас Спасибо. Выпишем, все проведем. Давай. Кого, что скажешь? Я не знаю этих людей вообще. Будем благодарить кого-то. Вов, ну, всегда мы благодарим, да? Но ты же тоже не сам поднялся, давай помнить об этом. И что? Ну, во-первых, поблагодари меня. Спасибо. А во-вторых, вот, держи. Так, спасибо любимому Сумскому государственному университету и самому лучшему мэру Украины Александру Лысенко. Нормалек? О. Ты мой хороший. Готовы? А вы готовы? Всегда. Вперед, ребята. Айфон тебе. Айфон мне? Да. Спасибо. Спасибо. Август 2008 года. Одесса. Лирнику не продали пиво. Просто знайте. Сумы в Одессу. Приехали на летний кубок. Привет, Николь Кидман. Yeah! Летний кубок Одесса встречает ту песню. Скорей подпевай, пусть поют даже иностранцы. На лиге смеха мы делаем танцы. Привет, Одесса! Приехали в Одессу и, знаете, сразу повезло. Сняли квартиру очень недорого, около моря. Правда, в Херсоне, но... Но у вас в городе тоже много хорошего, да? Вот я, например, закончила курсы женского пикапа. Кстати, а Артём, твой отец случайно не пират? Я не знаю, кто мой отец. Извините, забыли предупредить. У Артёма в семье очень большая проблема. Правильно говорить не «очень», а «отчим». Отчим – большая проблема в семье. Ой, короче, мне это все не нравится. Звоните вашему этому Вселенскому. Зеленскому. Скажите, что я больше не буду у него тут раздеваться. Сниматься. Ну какая разница, раздеваться или сниматься? Я что, должен учить дети? Как их вам? Подожди. Сам подержи, у меня руки заняты, я жестикулирую. И вообще, нафига тебе этот костюм? Я плавать не умею. И? И? Море черное, костюм светлый, чтоб когда тонул, видно было. И? Что и? Я «Титаник» смотрел, там все в костюмах плавали. Значит так, меня достали эти кавказцы. Во-первых, мы не кавказцы, а армяне. А в чем разница? А если кто-то задаст вопрос? У них Аллах? У нас Христос. Так стоп!
Ребят, ну... Ну, можно простить, да. У нас в команде может произойти все, что угодно. Подожди. Ты сказал все, что угодно, или ты сказал Моджо? Не говори Моджо! Кто сказал Моджо? Красиво танцуешь. Спасибо. Минутка Антона Лирника. Это, как говорится, ах, Одесса, жемчужина Одесской области. Город был основан в 1959 году на месте знаменитой битвы Дерибаса и Алексея Гитлера. Казачьи ладьи были гораздо быстрее, чем немецкие подводные лодки, но у Гитлера было секретное оружие. Катамаран и сильные ноги. И в итоге Гитлеру удалось сбежать, но в том месте, где диктатор выронил туфельку, позже основали город, который назвали в честь Хаджибея Одессой. Ну а так, добро пожаловать к нам на Слобожанщину, нам и то, и это. Как вам лекция? Чушь! На себя посмотрите. Ну что, продолжим. О-хо-хо-хо-хо! Добрый вечер, ребята! Антоша, а я к тебе пришел. Представляешь, делал ремонт в квартире и нашел письмо с 1979 года. Серьезно? А там твоя детская мечта. Сейчас. Забирай. Как? Победить рекорд Сергея Бубки? Как я мог забыть? Ну, Бубка, ну погоди. Что-то ему поплохело, да? Очень. Ну не то, что наша Даша, да? Даша, погоди. Тут она есть, а вот тут ее нет. А вот тут она... Даша пропала. Никуда не пропала, я здесь. Даша, давно мечтал. Руки, ноги. Братан, какая девушка? Видел? Я с ней уф-уф, салам алейкум бы. Понял? Не понял. Я говорю, я бы с ней уф-уф, салам алейкум, жур, мур, фур, мяу, раф. Понял? Как бы так. Давай ты человеческий выучишь, мы потом пообщаемся. Артём, объявляй. Люди добрые. Если вы встретите этого человека, то дайте, пожалуйста, знать. Последний раз его видели в 2014 году в электричке Белгород-Харьков. А, армянин занижает свою шестерку. Красавица, садись. Я к незнакомцу в машину не сяду. Тогда запрыгивай давай. Я законы физики нарушать не буду. Симпатичная моя. Законы для того, чтобы их нарушать. Давай садись. Не сяду. Меня по-другому воспитывали. Ой, кто же до тебя за ночь перевоспитал? А ну быстро садись. Я не сяду. Я говорю, садись. Я сказала, не сяду. Я сказал, сядь. А я сказала, не ты сяду. Ты думаешь, если ты тёлка, я не ударю? Я не думаю. Чё ударю. Ты... Чё дел? А ну садись. Я сказал, садись. Ну, можно понять, да, у нас в команде может произойти все, что угодно. Кадыки, свежие кадыки, налетай, покупай кадыки. Красавица, покупай кадык. А, у тебя уже есть. Кадыки. Привет, Джеффри. Привет. Оставьте нас. А что опять такое? Слушай, Джеффри, ты занимаешься кадыками уже 15 лет, да? Да. Я вчера попросил продать мне 3 кадыка, да? Да. Но черт возьми, что я видел, когда я пришел домой? Что? 2 кадыка и 1 копчик. Этого не может быть. Я верю тебе, но я верю своим глазам. 2 кадыка и 1 копчик. Это трещина, Джеффри. Это трещина. Я все возмещу. Знаешь что, Джеффри? Что? Не нужны мне твои подачки. Да.
Время подкатов Дмитрия Чегревского. Тут спальна кімната. Це моє ліжко. Що це цікаво. Тут Вітя. Святослава Карчук приймає ванную. Холодна. Гаряча. Тепленька. Я что-то вообще все понимать перестаю. Я тоже. Абрам пропал. Походу, я все понял. Каждый раз, когда мы говорим, может произойти все, что угодно, они нас воруют. Они... Вот, вот опять об этом же. Он подходит, накидывает, а мы не замечаем, мы как дураки. Что ты меня трогаешь? Ты что на него накинул? Что ты дурак совсем? Откройте глаза, глупцы! Осторожно, на сцене паук. Убрать гражданских! Сержант Пилка, у нас экстренная ситуация, это паук! Нам поможет паук-человек! Паук, которого укусил обычный человек! Паук-человек, ты пришел, чтобы спасти вселенную от паука! Да не, я в магаз. Не может быть! Паук-человек вновь спас планету! Всем шампанского! Так, мне надо сконцентрироваться. Да, Бубка! Где ты? Где ты, Бубка? Где ты, Бубка? Вообще не попускает пацана. Я вижу. Я не то имел в виду. Я вообще, я по-другому смотрю. Мужчина! Так, кажется, я начал все понимать. О. Ну-ка, встань вон туда. Встань, куда, встань, встань. Да, 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 да. Вот сюда? Да. Что делать? Может произойти все, что угодно. Ах ты, Иуда! Будьте осторожны, на сцене орудует Сата-ниндзя! Сата-ниндзя! Подходите все сюда! Ладно, я сам, ты! О, нет, остановите меня, спасите от Сата-ниндзи! Спасти вас от Сата-ниндзи может только он, паук-человек! Пойдешь в магаз? Пойдем. Что покупать будешь? Я не знаю, там скидки, может, какие-то. Может, салатик. Посмотрим. Кажется, я все понял. Каждый раз, когда мы говорили эту фразу, они забирали одного из нас. И теперь я остался один. Совершенно один. Они забрали всю команду. О, неведомая сила! Забери меня! Может произойти все, что угодно! Пойдем. В смысле, без шутки? Ну, тебе надо, ты и шути. Святой отец вернулся домой поздно ночью и понял, что не такой уж он и святой. До слез. Нам пора. Пойдем, тут недалеко. Хочешь анекдот? Давай. Встречайте, на сцене Николь Кидман. Суммы в Одессу приехали на Летникова. Привет, привет, Николь, Николь, Кидман, Кидман. Танцы! Добрый вечер, Одесса! С вами Николь Кидман, город Суммы! В нашей команде может произойти все, что угодно. Подожди, 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 подожди! Ты сказал все, что угодно, или ты сказал моджа? Не говори моджа! Кто сказал моджа? Мама-мама, 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 моджа, 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 моджа.
зачем мы это делаем? Есть! Есть! Ура! Есть! Получилось! Подождите, подождите, подождите! Антоша, ты что, побил рекорд Сергея Бубки? Нет. Ну я побил Бубку и забрал его награды! Ох, и натворили мы с тобой дела, Антон. Побить рекорд Сергея Бубки было мечтой самого Сергея Бубки, что логично. А твоя мечта, Антон, здесь. Антон, может, не стоит? Может, пусть детская мечта так и останется мечтой? Значит, кого я обманываю? На самом деле, моя мечта, она исполнилась. Я всегда мечтал, ну, делать что-то смелое, что-то интересное, такое, чего раньше никто не делал. Как многие в этом зале, петь песни, как никто не пел до него, снимать клипы, на которые ни у кого не хватит смелости, делать шоу, потрясающие новые шоу, которых не было до него, и, наконец, ну, шутить на сцене, как никто раньше не шутил. Это требует огромной смелости. Я горжусь, что я на одной сцене с этими отважными людьми. И Народный театр абсурда «Воробушек» и Николь Кидман. До слез! Кто-то сказал «Моджо». Кто? Я, Моджо. Все хорошо, ваши аплодисменты. А юмор должен быть разный. Слушай, ты это лирику пива купил? Ну да, ему ж не продают. Хорошо.